Так вот, вы должны понимать, что рано или поздно, ну, вот такое случается, что вы иногда себя лохотронством чувствуете. Вот. И это мне рассказал Олег Бакиров. Я потом вам расскажу, что это такое. Вот. Я себя также чувствую лохом, потому что свой электроинструмент как-то я взял и отдал не туда, куда нужно было бы. Потому что если бы я сегодня отдал свой электроинструмент вот сюда, в Стройурал Опт, я бы себе купил новый электроинструмент. Понимаете, да? А тот электроинструмент я куда-то, у меня испарился. Ну вот. А теперь то, что вам показал Олег Бакиров. Я вам сейчас скажу, что поднимите, пожалуйста, указательный палец. Поднимите, пожалуйста, указательный палец. Вы все подняли указательный палец, да? Молодцы. Вот. А теперь посмотрите на свое... То, что вы сказали, я бы вам сделал бы. То есть вы подняли, естественно, не указательный палец. А вы подняли большой палец. И вы сделали то, что я вам сказал. То есть Олег Бакиров оказался прав. И вы сделали то, что я вам показал. Ну, в большинстве случаев. Вот только я сразу признался, что я лох. А вы? Думаю, все у нас сложится нормально. Но чтобы так лохануться, как это сделал я, а сейчас вам, в принципе, все будет понятно, но только я вам для начала расскажу, как доехать до строя Урал-Опта. Маршрут-то прежний, как и в Орион ехать. Вот только поворот подальше, и он опять же правый. И только заехать надо в угол, и здесь, отдав старый электроинструмент, вы со скидкой получаете новый. Что же такое электроинструмент? Это то, без чего вы не сделаете ремонт, а не построить ничего. Вот. Единственное, что здесь есть, и это не электроинструмент, это бензопила. Они здесь тоже есть в большом количестве. Вот. Электроинструмент. Это и электродрели, и перфораторы, и электрорубанки. И что такое невозможно. И еще, естественно, это сварочные аппараты. Все это есть. И все это вам выдается в качестве чего? В качестве компенсации за ваш инструмент. Причем вы можете принести инструмент как работающий, так и не работающий. Сдать его, получить экстра скидку и приобрести здесь супер надежный инструмент. И вот она, радость наша. И помните, я говорил, что в рядах рынка на автомобилистов нужных человеков всего два. Вот они, Свет Сафари и Строй Урал Оп. Кстати, если вы хотите новый инструмент, то сюда. Если вы хотите на 50% сэкономить строительство или отделку, тоже. Все мне говорят, что, Алексей, ты когда говоришь, тебе надо немножко базар свой фильтровать. Я стараюсь это делать, вот. Но иногда такие вещи-то есть, которые просто необходимо вам понять. То, что рано или поздно слово «лох» — это нормальное явление, понимаете? Рано или поздно я тоже говорю, что да, блин, пасхально, но такое случается, и со мной в том числе. Вот. А чтобы такое не случилось, вот, и благодаря «Строю Уралопту», я сейчас же поеду и узнаю, где мой замечательный электроинструмент. Потому как хочу я все-таки новый себе электроинструмент сделать, свой отдать.